так только что записал обзор на короткую программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Ну, сегодня самые убедительные были Аня Щербакова и Егор Гончаров. Это прям с самых первых секунд уже завораживают. Прям порадовали всем и катанием, и ходом, и скоростью, и презентацию. Сегодня прям была именно полная такая картина. Единственное, что, конечно, вот эти вот переходы скоростные, когда они катаются с высокой скоростью, это завораживает. Стоит им чуть сбавить до обычной нормальной, это получается уже ползание. И вот так вот программа туда-сюда. То они прям начинают только завораживать, набирают скорость и темп, а дальше опять сбавляют, дальше опять хореография, какая-то кочка, и заново-заново набирают этот поток. Из-за этого программа не смотрелась прямо от начала до конца на одном дыхании. Но когда они скорость набирают, когда еще включают презентацию, и сегодня даже ребра были довольно глубокие, ой, ну это прям красота невероятная получается. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом все смотреть там.